Нам захотелось реализовать идеи о том, как правильно организовывать питание детей не только в школе, но и дома. Поэтому была проведена серия мастер-классов для детей, для родителей. Семьи будут представлять свои семейные блюда, основанные именно на принципах здорового питания, а во-вторых, на принципах поддержания национальных традиций питания. Представляем винегрет. Самый полезный, самый яркий, самый красивый для здоровья, да? Готовили всей семьей. Сын нам помогает. Легок в приготовлении, а самое главное, полезный. В нем очень много витаминов. Добавлял всякие ингредиенты. Картошку, морковь, соленый огурец, лук, зеленый горошек, капуста. Папа ел еще.